Всем еще раз привет и доброе утро. С вами по-прежнему Рухаб, Олег Мингот и Линозавр. И у нас вторая карта между командами Тайлу и Ехом. Выбор коллектива Ехом. Свой пик Тайлу уже забрали. Это был довольно легкий оверпас, 16-7. И, возможно, здесь Ехом покажет что-нибудь нам с вами интересненькое. Пока что контакт у Марека против Бентета. И сложился он для Марика не очень бодро, потому что получил где-то парстелом в голову. 5 хп остается после этого контакта, но и ждет. Ждет нас игрок атаки. Самбоди дожидается, и, возможно, Самбоди здесь и погибнет. Да, сам получает довольно много дэмэджа, но, как бы то ни было, все складывается для игрока атаки хорошо. Квалификация на эпицентр у нас китайский. Это верхняя сетка. Проигравшая команда не вылетает. Тут хоть что-то замечательное, зато вылетает на Самара. Но просто потом придется играть еще одно лишнее best of 3. Ну да, в общем-то, как говорится, добро пожаловать снова. Вот она, вторая замечательная карта. И, в принципе, Ехом-то начали достаточно здоровенько. Да, минус 2 уже оформили, правда, атакер тут поменял. По... Господи, как его? Да Кинг? Фо Кинг. Фо Кинг. Фо Кинг. Там один Фо Кинг, второй, да, Кинг? Дэн Кинг, да. Дэн Фо Кинг, да. Все кинги какие-то. Все короли какие-то, да. Ну, блин, Империя. А, ну там Император. Блин, король-то не Император. Ну ладно, короче, не суть. Не суть, Ехом так и забрали первый раунд, хотя вроде как собирались выходить под Б, у них там были какие-то передвижения. Телес, да, на Б, в итоге развернулись на А и так и забрали первую пистолетку. Ну, при этом форсят обе команды, что логично, Тайлу себе уже заимели 2 здесь ССГ. Ну, это вообще достаточно частная такая распространенная практика, брать на трейне на форсе 2 недоснайперки. Ну, при этом, что попадать могут. И что, да, нет, конечно, могут. Не понятно, что за пауза. И нам никак игроки не помогают, общаясь на мандаринском. Вот вообще ни разу. Зачем ты сказал про мандарины? Ну, потому что... Вот так оно, и скоро Новый год, скоро зима, мандаринки, все это. Можно будет пшикать себе в глаза. О май. Да, и потом ходить, это стены шупать, типа, что происходит, какого черта? Ну, блин, бывают в жизни огорчения. Да. Так, слушай, это тактика была. По-моему, это была тактическая, учитывая, как она быстро закончилась. Но брать после пистолетную тактическую, это очень интересно. Нет, скорее всего, это была техническая, просто анпауза не снимается. Тактическая, она просто дается там 30 секунд, и все, и пошла. Анпауза, вот, это я уже, видела, что снимается. Ну, может, зависеть от турнира. Да. Может быть... Может быть. А может быть, какая-то была проблема, опять же, с ТСом. В какое-то время у Ехом были подобные... Или у Тайлу были подобные проблемы с тимспиком. Тайлу. Может быть. Может быть. Ничего тут не скажу, не добавлю. Но вроде как бы, да, действительно, пауза прошла, и бог с ней. Прошла, и хорошо. Да. Форс раунд для команды Тайлу. По-прежнему 2 скаута. Первый фраг влетает от Бентета. Прямо тут что-то прям на слове дожидается игрока в мейне. Тут же прилетает от Бента, это еще патрончик, выход на аплен. Бинго пошел с Мактеном, попадание есть от Самара, но там еще и Минг может отвалиться, еще и Каешка вылетает, еще и с Юспика можно подработать. Бентет все-таки взрывает Минга, остается у нас 2 на 2, притом бит игроки атаки сейчас вообще в салатину каленые. Но это никак не мешает и игрокам команды Ехом завершить этот раунд, если сами Тайлу подставятся. Первый на контакте. Фриман. Очень больно ему. Пытается стреляться в Фриман, но идея такая себе на такой дистанции. Хотя вот сейчас, возможно, попробует еще разочек. Но нет, решается отойти. Хотя он даже фейканул то, что он вроде как по лесенке бегом-бегом. И тут уже готов бинго врываться. По линейкам. Бинго-то еще сзади. Получается. Ну, какие-то опять, знаешь, такие передвижения, все кого-то пытаются найти, а вот от Самбади, кажется, здесь не ожидал выпада, но его повод вообще не смутило нисколечко, ни разу Марика он забрал. Бинго в итоге тоже развернулся, забрал, и все это с 5-7, так еще и унес крик в следующий раунд, и что-то как-то... Грустно это для Ехомов-то, очень грустно. Вроде все нормально было и по расстановке, и то есть 5-10, а Самбади перестрелять не получилось. Итого 1-1, начинаются качели. Ух! Как мы любим прям, как мы любим. Конечно. Но стоит напомнить, что Ехомы на атаке на оверпассе взяли всего один раунд, и тот не девайсный, ошиблись там коллектив Тайлу. Ну и стоит также напомнить, что для Тайлу Трейн также играбельная карта. Очень часто ее практикуют, и, ну не знаю, был ли смысл брать именно эту карту, пока не очень понятно. Бежит у нас игрок атаки на нижний парапет, возможно, убьет Фримана сейчас, да. Получается убить опорника, дальше погибает Минг и стреляется дальше с своим диглом. Кто это? Господи, Дэн Кинг, Фо Кинг, Кингов понапридумывают себе. Дэн Кинг. Все, Дэн Кинг это Минг. Йоу.
Минк это, по-моему, дестройер. Ой, стоп, да, Минк это дестройер. Ой, тут врывается на своих фармилках, люди убивают, бомбу не дают поставить, шариков не дали, все вообще плохо для команды Ехом, и погибает, возможно, еще один боец, это просто хедшот от атакера, все, до свидания, пришли тут, блин, на веплен бомбы свои ставить. 2-1 для команды Тайлу. Что? Сначала. А, размен, в принципе, сначала. Да. Продавили базу Б, нашли там единственного опорника, а вот дальше как-то бомбкерри долго бежал, бомба тяжелая, видимо. И теперь экономический. Хочешь немножко напоминалочки? А, давай. Вот эти вот замечательные иероглифы, это Дэн Кинг. Да. Иероглифы это Дэн Кинг. Минк это дестройер, а Фукинг... Минк это дестройер. Я тоже да, пытался Фукинг. Так запомнить, но получается... А Фукинг это Бинго как раз-таки. Да, но у него фамилия, по-моему, Бинг. Поэтому Бинго. Как же они свои ники меняют? Ой, десант. Неудачно. Ждут игрока защиты дальше, с глоками пытаются его не допустить, типа, иди сюда, куда пошел. Но нет, ломают ноги, ломают лицо, кстати говоря, сейчас атакеру. Вероятнее всего, нет сейви тиммейта, просто выход на энту, на данную бентед жмет. И почти один спрейм забирает троих. Третий раунд для коллектива Тайлу. И... Наверное, тяжело не зажать сэмки в глоки, да. Хотя и такое бывает. Но самое главное, что завел тиммейта. То есть не придется... Кто там у нас? Фриман пытался? Нет. Вот во фрагу, во фармилка была. Атакер засейвил. Вот, то есть минимум армор и минимум та же самая фармилка, пришлось бы тратиться поболее, чем сейчас. Атака, кстати, докупить там пару флешек на 1400 закупается. Ну да, купился просто набор гранат, по факту. И, как мы видим, экономика у защиты отличная. 5 СГ-шек для команды Ехоум. Вот ребята решили пойти в тоже... Сразу же в... Уже даже не новые тактики, а просто работающие тактики. Поджим, кстати, от игроков команды Тайлу теряет двоих словли. Что ж ты делаешь, братан? Там еще на верхнем паре еще есть игрок защиты, который, возможно, будет сейчас не читаем команды Ехоум. Но, скорее всего, первый девайсный для Ехоум. Хотя вот если сейчас Фриман раскрутится на пару фрагов, будет поинтереснее. Подожди, там еще пытается Марика забайтить. А вот... Все, дестройер-то. Дестройер-то опять кончился. Что-то пока никого не дестроит. Но опять же, вот Ехомы начали очень хорошо. Там и подсадка получилась такая тайминговая, опять же. Ну, в плохие тайминги для Тайлу. Забирают двоих. Здесь пока какие-то тоже размены. 3-2, но это вообще нисколько ни разу не показатель. Все еще знаю, что могут вытворить Тайлу, что они могут показать. Блин, последний, но девятка, да, девятка здесь. Не чекает, не смотрит, погибает. 3-2, Ехом вроде как реабилитировались после проигранного форса и, собственно, next раунда бесплатного, так сказать, в подарок. Немножко приходит в себя. И вот она уже вроде экономика у Тайлу там хорошая, замечательная, а все не так просто. 2 АВП берут себе Somebody Summer, 3 М-ки и денег-то не остается. Ну, как и у команды Ехом, тоже закупили с ноль, потеря двух девайсов, нужно было раздропать тиммейтом и... Опять же, плотненько. Все очень плотненько. Остается посмотреть, как Ехом себя раскачает. Мне на Буверпасе они совершенно не понравились в том отношении, что от них решений было неоднозначно, каких-то таких нестандартных очень мало. То есть там буквально пара поджимов на дефенсе, в атаке так вообще ничего не показали толком. Мы отдавались и в большинстве, и в меньшинстве. У нас размены погибает Дестройер. Размен на Самара от Слоули. И вроде как только один опорник на базе Б пытается Somebody воевать, замечает, а куда ж ты в смог-то пошел? Вот я в очередной раз убеждаю, что игрокам китайской команды вообще по барабану. Смог там лежит молик. Я думаю, он байтил. Он байтил внимание просто. Так и тиммейты в этот момент не вышли. Ну вот разве что. Разве что это, наверное, какой-то все-таки мисплей. Но в целом задумка-то ясна. То, что реализовать его не получилось, это уже другой вопрос. Ну и, наверное, повезло, что Тайлу все еще не стягиваются под Б. Но только сейчас начались перетяжки. Атакеры, кстати, в слове... Обязан был забирать, было бы сложно пропустить. Ну и все. И вот она постплен ситуация. Ретейк. Марик, кстати, даже ждал со спины заход бентета. Правда, не смог его перестрелять. Последний Somebody со снайперской винтовкой против двух григов. Ну, можно было бы, наверное, даже уйти на сейф этой винтовки, но, как мы видим, Somebody пытается дальше. Слоули сейчас заметит игрока защиты ползущего там. С этим авиком промахивается Somebody. И третий раунд остается в команде Ехом. Ставится авик, и для Тайлу сейчас, как мы видим, экономики нет совершенно, только Бентет может позволить себе что-то купить. Сейчас из недефолтных пистолетов, может быть, даже проскидает под 50 или оставить деньги на АВП. Для следующего раунда, для тиммейта. Потому что Бентета с авиком на руках я не особо помню. По-моему, оставляет себе навик. Даже ничего не покупает, дадут еще 400. Фолгюспы. И Зевс. Вот. О,
Во, вот этого мы ждем, да? Сейчас будем шокированы. Подожди, подожди, кажется, Зевс-то тоже не особо как-то реализует, все-таки всех уже нашли по позициям и расстреливают, и вот, вот он как раз-таки, эта вспышечка электричества улетела в никуда. Ну, тут только два бойца, даже фрага пока не получается сделать, сам бы мог бы сейчас и погибнуть от хаешки, остается 5 хп, но вовремя отступил назад. И рискует игрок атаки, учитывая, что там очень мало хп, но все равно прикрывает бинго. И остается лишь один самбоди, которого тоже лопают хедшотом. Четвертый для команды Ехом. И теперь уже точно бай, да, будет ли снайперская винтовка. Бентет, читаю мысли. Твои золотые мысли. Отдай, Авик. Отдал. Дай ему самбоди. Отдал. Причем в прошлом раунде Тайлу даже просто, они даже не успели застакаться. Они вроде как хотели, да, сейчас мы стак на А сделаем, но, кажется, Ехом плевали вообще на все их планы и просто зарашили. Что мы видим? Теперь уже у атаки хорошая экономика. Хватит на один раунд закупочный точно. Но и Тайлу нужно перестать ошибаться. Нужно одному бойцу начинать убивать. Марик просто врывается, убивает атакера. Не получается в этом раунде. Тут же Бентет просто в смоук находит размен на слоуле. Ну и нужно жить теперь в пленте. Бентет начинает закидывать всем подряд. Молики, хаешки, мелочь, все в него кидают, чтобы просто он не убивал людей. И Бентет все-таки погибает от Марика. Фраг также на самбоди, только два игрока защиты остаются в живых. Тут что-то атака для Ехом просто начинает шаг за шагом, но приносить свои плоды. Фриман будет лишь по вагонам. Нет, просто фраг на бинго. Тут же, возможно, поставится еще один боец атаки. Зачем же ты лезешь, родненький, куда, за шо? Это было максимально плохо. И вот только хотела сказать, что Ехом ничего такого суперинтересного в защите не придумывает. Что-то из ряда вон выходя... в защите, сори, в атаке. Из ряда вон выходящего, просто залетают и делают, в общем-то, свои фраги. Вот на стрельба пошла лучше, чем она была. Но какая-то постплейная ситуация крайне печальная в итоге складывается этих ребят. Хотя вроде времени-то хватает. Да, здесь по времени Марик сыграл отлично. И чет Саммер тоже отжал кнопку диффьюза. Испугался. Испугался, лучше заберет ВП, просто засейвится. И так и пятый раунд для Ехомов. Возможно, кстати, даже шестой, учитывая, что у Тайлу сейчас только одна АВП. Ну, там еще могут сыграть под пистолеты, снайперская винтовка там уже может раскрутиться на 1-2, может быть, фрага. И мы такие уже вещи с тобой видели, когда даже с пистолетами раунды берутся весьма-весьма недурно. Но уже для Ехом 4 подряд в атаке. То есть, в принципе, на своем пике они набирают весьма-весьма неплохо уже. То есть, минималочка есть. А вот дальше и надо посмотреть. Да, это за атаку, что немаловажно. Но вот мы с тобой затрагивали тему того, что в азиатском регионе атака вроде как проляет. Весьма неплохо, может быть, и в этот раз. Это про тот самый случай. У нас война-то уж с ножом пытался кого-то резать. Там уже со шпагой наперед Бентет. Одного, второго пропускает, правда. Дальше, но вот на вагоне сейчас с хедшотом казнит Дестройера. И остается у нас под флешку от Саммера. Еще флешка залетает. Саммер погибает и еще, возможно, отлетает. Саммер, не знаю, зачем он полез с Авиком. Воевать дальше. Вот я не знаю, вот не работает в этих команд чувство самосохранения. Тут инстинкта нет. То есть остаешься один в три, без дефьюз китов. У тебя Авик на руках. Почему бы не пойти засейвить? Вопрос. Но да, это вроде все бы еще логичный. Веселее. В плане веселости, конечно, да. Да. Но в плане как бы логичности данных решений, да, я, пожалуй, с тобой соглашусь, это немножко не очень хорошо, тем более такой дорогостоящий девайс, который реально вот унести в следующий раунд было бы чудно. А сейчас придется на него тратиться. Что-то да, пиздел Саммер, и снова раунд за два. В то время как у Ехом экономика просто взлетает до небес, и в принципе проиграть там один раунд они себе могут вообще без проблем позволить. Ну, вроде как бы да. Сейчас решается выйти на базу Б под флешечки, смоки. Там есть два опорника. Вблизи находится Фриман, который сейчас пытается убить людей. Там еще и сжигают... кто он там? Дэн Кинг, да, вроде как. Но двоих забрали. Снайперская винтовка от Саммера не мажет. 2 в 4. Бомба еще по-прежнему не стоит. Ну и развернулись Ехом. Не хотят выходить на базу Б. Слишком больно на базе Б. Поэтому вверх-вниз и дальше выход на аплен, где никого пока нет. И придется, видимо, от ретейка команде Тайлу все-таки отрабатывать здесь. Потому что молча залетает на коннектор, на шорт, прошу прощения. И вот сейчас уже точно от ретейка будут действовать команда Тайлу. Есть диффьюз киты, есть молик и флешки. Смока не присутствует. Фраг на самбоди. Информация, что вроде есть товарищ на верхнизе, присутствует. Как сейчас могли бы и в ряд уже подставиться. Сам разбирает Минго, погибает еще и Бинго. Минго, Бинго. Минго, Бинго.
Читаемо, просто читаемо. Ну, а вообще, вообще, там очень долго горел молотов. Они могли выйти под Б, у них могло быть все хорошо. А, наездник там поменялся. Вот. У них могло быть все хорошо, но слишком долго горел молик, там как-то тормозили с откидыванием смока, опять же, чтобы его затушить. И все. И полегло на этом как минимум 2 человека, а там уже дело за малым. Так что 6-4, да. Ехом продолжает поколлидировать, но всего на 2 раунда, и это не такой уж и большой-то разрыв. Но если взять в учет, что это атака, то тут можно им еще немножко похлопать. И ждать дальше. А мы ждем, но стоит отметить, что на трейне все-таки лучше идет вообще игра, нежели на оверпассе. И мы видим, что родные стены, как бы они ближе. Сами по себе помогают на этом трейне. С другой стороны, опять же, ни одного трейна пока что Ехому у Тайлу не выигрывали. И последний матч на этой карте были 16-8 в пользу команды Тайлу. И все. А 8-то почти есть уже? 8-то почти есть. Вот это поворот. Смотрю, что у нас тут складывалось на всем этом действии в прошлый раз на трейне. Была первая половина 10-5 в пользу команды Тайлу. Играли не за дефенс. И потом шестерочка раундов замкнули, отдав только 3 защите. Интересно. Ну, вот, честно говоря, я вот не совсем понимаю, как Тайлу сейчас будут атаковать. Но в плане, то есть, у меня нет представления об их атаке. Если прям вот совсем честно, да. Все-таки а команда утреннего. Так же влетать, убивать и работать на им в основном. Ну, то есть, аимеры прям вот до мозга костей. Вроде того. Но здесь да. Аима одного мало. Это все еще там не даст, это все еще не мираж. Здесь нужно и какие-то тактические решения использовать. Хотя и Ехом пока что не столкнулись, но рано или поздно Тайлу так-то должны привыкнуть к их атаке. Но вот здесь 2 фрага от слоя были. Опять вот эти вот, как они. Лаки, даже не лаки, но тайминговые, вкусненькие. Теперь большинство для Ехомов 4 в 3. Криман, Бентет, Самбади втроем с одной снайперкой и 2 эмками. Ну, пытается еще побывать, бомба стоит, минус от Somebody, погибает также Бинго от Бентета, и надо найти игрока за вагонами. Под старой девяткой молик летает наверхни, сам там игрока-то и нету, фактически. Дефьюз у нас прекратился, Марик находит еще фраг на Бентета, погибает и Somebody, Фриман. Последний, Фриман слышит перемещение игрока атаки, должен забирать сейчас Марика и дальше отрабатывать один в один. Тень была видна, поэтому начал на префаре отрабатывать. Дефьюз киты возьми, братик, возьми дефьюз киты, Фриман бежит, времени все меньше и меньше, флешечка есть. Фриман есть, но бомба стоит ровно под Денкин. Морозился. Ну вот чуть-чуть не доморозился, даже с китами там. Ну хотя как чуть-чуть, половина, наверное, секунды 2. Ему еще было дефьюзить. Анлука! Не получилось, не вышло. 7-4, Ехом снова впереди. И у них опять, ну, кстати, не целая куча денег, но с экономикой все в порядке. То есть за этих ребят можно не переживать. Тайлу же, скорее всего, будут вынуждены еще один раунд, 8-й, отдать. Ну, кто знает, может, БНТ там расстреляется. Кстати, в этот раз он не отдает ССГ. Ни Somebody, никому. Сам с ним подыгрывать. Ой, тяжеловато что-то Тайлу, даже не знаю почему. Может быть, в перерыве Ехом поболтали о том о сём. Выдохнули и сказали, что надо брать вторую карту против команды Тайлу. И, собственно, пока что у них получается. 7-4, возможно, выход на 8-й. Но есть опасность того, что Тайлу могут закрыть 2, даже 3 последних раунда, выйти на 7-8 и в атаке также неплохо себя чувствовать. Слоуби на каст одного, дальше атакер на размене, ну, можно ладно. Попробовать подобрать СГшку. А вот с СГшкой уже будет тяжеловато бороться. Хотя вот если Марик дождется Somebody сейчас, а Somebody, мне кажется, пойдет давить. Ну, может, под пик атакера разве что. И то, вот, спалился Марик, все. Бы. Не знаю, ребята сами принесли win condition. Сейчас принесли вот эту СГ, которой так не хватало. Еще и калашников у Somebody. Но бомба будет поставлена, очень вероятно. Да тут еще, возможно, никого не потеряют. Потому что на ретейк могут пойти Тайлу. Тут на верхнего пара еще пытается воевать Фриман. Получается не очень. Зато вот выходит у Самара, но по-прежнему нет дефьюз китов. Нужно находить игрока. На тупиках находится подлый, хитрый. Дэн Кинг разбирается, Минг также ждет Somebody против Минга, но Дестройер, как мы видим, не промахивается, хотя осталось 6 хп, но, опять же, на Айстрайк и Монтайлу были где-то вот шансы небольшие, чтобы этот раунд забрать, 4 в 3 было преимущество у них, но вот бы базу оставили, решил там игрок защиты играть издалека и не занимать ближние позиции, хотя, наверное, в этом случае нужно было зайти именно за катушки, возможно, либо встать на сэндвичи в планте. И попытаться оттуда. И пока что вижу, что у Тайлу только один боец. Это Бентет, который вот прям хочет побеждать на этом трейне.
13 фрагов у него, остальных тиммейтов 7 и меньше. Но там какой-то момент даже то ли атакер, то ли саммер имели 0 статистику. Притом Браун отошли для команды Тейлу. То ранбуст против Самбади. Ну, Самбади это все дело здесь заметил еще и, кстати, фейкует, что... Там вроде как флешка должна была полететь, это не флешка, это дикой. Еще и бинго отхватывает по своей тыковке на пол хп аж с гранаты. Ну, неплохо, неплохо их он пытается пройти опять в это несчастное Айви. Касается Мэнни, там тоже какие-то прыжки. Ну, вот сейчас Ехом максимально действует не тимплейно. Вот прям все разошлись по разным сторонам, вроде пытаются найти какие-то минуса для себя. Какие-то размены, но при этом они не играют парами, кроме как по Дайве. На это можно просто раунд легчайше потерять. Как там сам... Бентет затопил сейчас по Марику. В смоук нашел очень много дэмэджа по оппоненту. И по ХП, да и вообще по ситуации пока что в этом раунде, очень ожидаемый, возможно, победный раунд для команды Тайлу. Тут нужно очень сильно постараться, чтобы ошибиться. И под флешку Бентет запускает, Бентет погибает, но размен от атакера 4 в 3. Времени еще 40 секунд, но Самбади сейчас, вероятнее всего, не пропустит игрока с зеленки, просто присылает в почку Мингу. И уже 4 в 2 с битым Мариком, который не может выйти из мейна, хотя есть тиммейт на прикрытии. Пытается жить атакер, находит минус на Марика, и теперь уже 1 в 3, слове должен раскручиваться на 3 минуса. Бомба даже не под контролем, погибает Самбади, но наш размен от Фримена 5-й. Для Тайлу, но, как мы помним, деньги должны быть у Ехом, хотя, смотри, остается только у троих на то, чтобы купить себе девайсы. Да как-то да. Но они еще могут ну, сделать такой, типа, 2 кабай и особо по этому поводу не расстраиваться. Да, у них есть уже выигранная первая половина. Вот, кстати, даже не 2к, закупаются полностью у Марика чешка, условия UMP. Ну, не знаю, по прошлому раунду, по самому началу было видно, что чё-то пойдет не так. В общем-то, оно так и пошло, так и закончилось. 8-5, Тайлу вроде немножко... Ну, может, воспряли духом после подобного. Единственное, что 4-1 разыгровка, а там вроде атака-то под Б. Так, смоук напугал очень сильно команду Ехом. За подфлэш запускали Самбади сейчас на лонг, но он просто раскинул все, что было в карманах. Ну, в одном из карманов. И, в общем-то, стоит просто ждет врыва через смог. Этим любят заниматься обе команды. Ну и фактически, если Тайлу забирает этот раунд, то, вероятнее всего, еще и 7-й. Тоже может уйти, потому что бай будет на 2400. Ну, если с бомбой, то на 3200. Но поменяет ли это сильно суть, не особо понятно. Врыв через нижний парапет. Погибает на сетбет это Марик. Дальше выход в бленд. Там еще и Молотов. Бентет второго. Нужно ждать нижний парапет. Там попытка выйти в смог дальше. Бентет убивает еще одного оппонента. Трипл килл для игрока защиты. Но и в этом раунде ничего не получается, кроме одного фрага на атакера. Но вот дальше против Бентета нужно каким-то образом выстоять. Но что-то кажется мне, что все будет очень печально. Для последнего выжившего Дэн Кинг. Квадрокилл для Бентета. Это уже какой 17-й фраг? Да. Красиво, красиво. Не кажется ли тебе, что у Ехомов Бэплэнд послабее Апланта? Как-то с А им больше везет, ну даже не везется, они лучше разыгрываются, если не выходят по одному с разных позиций. То есть если они играют там парами, если они идут толпой, у них все замечательно. Но что касается Бэпланта, их там то сжигают, то они просто в смоки летят. И каждый раз за разом вот... Там, видишь, проблема с бэплантом, точнее, их отсутствие проблем с бэплантом было, когда Слоуми ловил подсадки разнообразные или какие-то крепления, с которыми Тайлу чуть не могли справиться. Самбади сейчас будет ловить, но там прилетает вовремя смог, то ли от тиммейта, то ли от него самого. И пока что вообще без минусов в этом раунде для Ехом, хотя очень близки были к тому, чтобы забрать Бентета или хотя бы атакера. Атакер идет дальше, какой наглый, просто двоих с 9 хп находит, будучи на электрике. 7-й раунд для команды их Тайлу, и надо сценарий подальше убрать, что-то я подглядываю. Как-то вот очень сильно. Главное, чаек на него не пролей, но и не полей. Чаек? А у меня уже закончился кофе, меня от него немножко вштрило, я чувствовал какие-то неприятные ощущения, сейчас вроде бы подотпустило. Какой странный кофе. Но. Возможно, работающий. Ну да, считаешь, как-то слишком сильно как работающий. Ну да ладно, это же хорошо. Ну, наверное, да. Ну, а теперь у нас защита для команды Ехом. Тайлу в 2 саппорта. И зачем ты купил себе декой Самбади? Видимо, какой-то фейк хочет организовать. Ну и посмотрим, как Ехом будут себя ощущать на защите. Были там тоже некоторые проблемы на оверпассе. Как мы помним, 6 раундов позволили себе на этой карте. Или им позволили взять 6 раундов. Хотя могли бы, наверное, и больше, могли и меньше, вероятнее всего.
И Тайлу готовы заходить на базу Б. Там есть два опорника, которые сейчас находятся в глубине базы Б. На тупиках. Ну и под декойчик, под смачок, под флешечку будет врыв. Это еще и молик сейчас полетит, вероятнее всего. Флешка хорошая, Бинго пытается спрейть. Получается, кстати, весьма неплохо. Нашивает по двоим, но никого не убивает. Атакер, сокращая дистанции, будет заходить дальше. Слышит топот копыт, который летит. Но Бинго не щадит атакера. Не посмотрел сейчас игрок на катушке верхнего парапета. И 4 в 5. При том, что есть молик и есть смок для команды Ихом. То есть этот молик потенциально может не сработать вообще. Сам убивает одного из оппонентов. Может еще и второго где-нибудь наказать. И теперь нужно жить. Но кажется, что Ихом здесь потащат за счет того смока, который у них имеется в наличии сейчас. Ну, кстати, все неплохо получается. В принципе, вот хороший розыгрыш, что от одной команды, что от другой команды, да, где-то не получилась стрельба, да, сейчас вот. Там повешали. Повешали, ага. Повесили. Господи, ударь мне, пожалуйста, за это. Повесили голов. 9-7. Два раунда разницы. Ехом вроде как. Опять хотят вперед вырываться. Даже закупают не фармилки, не ппшки, а прям. Ага, накаркала. Два нормальных девайса. Я один ненормальный девайс, просто обезбашенный. Да, они сейчас просто встанут в упоре, будут фармить. Ну, тоже все не так легко. На самом-то деле, там вон два дигла, это ладно, это полбеды. Но два крига и ССГ могут сыграть злую шутку. Да и тем более уже размены были. Хаешечка сейчас будет сочно по безармор. А, нет, она как-то мимо кассы залетела. Совершенно. И под флешку запускает игрока с диглом. Это Фримен, который погибает от Марика. Попали еще и по Самбру по ножкам. Нужно бежать, но не получается. И Самбади. Дед нашел минус на плинте. Сейчас 4 в 3. Но есть по-прежнему два крига, которые могут сработать на дистанции. Да и в средней тоже дистанции, и в дальней. Смотрится весьма неплохо. Но там вот нужно Марика этого убрать с пути. И тогда возможность пройти в плинты будет гораздо выше. Вот он, Марик. Вот он, крик, и на дистанции Марик попадает, по-моему, в хэд. Сейчас атакеру, снося ему 43% здоровья. Или просто плотно приложился, пока не очень понятно. Там, по-моему, хэд был, действительно. Но Марик, вот реально, он, ну, не знаю, звездочка, наверное, в этой игре. Действительно. Периодически к нему подключается Слови, да, в каких-то там ключевых важных моментах. Но вот Марик, он всегда везде готов, просто душит Тайлу конкретно. В Тайлу же все как-то, ну, достаточно ровненько играют, то есть нет каких-то особо выделяющихся людей, хотя иногда тоже залетает что-то невероятное. Может, сейчас еще и из дигла залепят кого-нибудь Бинго. Который, кстати говоря, один пока под Б-плантом, когда три оппонента находятся на верхнем парапете. Бинго получает. Бинго минус два? Серьезно? Даже не залепили. Только под конец. Бомба, тем не менее, будет поставлена. Очень вероятно, что ретейкнута. Но это хороший бонус к экономике. Ну, как-то даже сейчас атакер не повоевал особо за эту бомбу сейчас. Майк тут еле запрыгнул, но, видимо, физкультура, все дела. Но СГ-шка достается команде Ихом сейчас. И этих СГ-шек будет две, вероятнее всего. Хотя одна где-то там отвалилась, я даже не понял, где. Не, ук, СГ и вот Янка. Не нашли вторую СГ-шку. Но все еще неприятно для Тайлу. Три раунда разрыва. Плюс. Вот меня все еще, честно, поражает и не дает покоя, что ребята пикнули противоположные, ну там, условно говоря, карты, что у одних там винрейта больше, у других на другой винрейта больше, но это пики вот в две разных стороны. Короче, ты понял, о чем я. О процентном соотношении. И размен пиками здесь действительно имеет место быть. Хотя, может, Тайлу действительно включится, как-то там раскрутится, что-то придумают, в стекло не попадут и начнут за атаку разваливать. Ну, может быть, просто на ошибках команду Ихом подловит. То есть, какой-то выпад, неудачная позиция какая-то, неудачная стрельба, и команда Тайлу на коне, команда Тайлу убивает людей. Поджим неплохой, Саммер на размене. Погиб Фриман, но все-таки свой минус сейчас Саммер нашел во всем этом. Еще пытается зачекать, не пушит ли кто-то там с зеленочки. Собственно, спины. Но шанс есть небольшой на взять этого раунда. Под две флешки можно на какой-то условный бэплен зайти, найти одного опорника, сыграть в размен, найти для себя девайс. И как-то потом попытаться все это дело оформить для себя плюсом. Но вот я сейчас не вижу смока для команды Ехом. Тут интересный молик залетел, прям смок от дестройера. Там сейчас вообще смоков ни у кого нет. Просто 5 флеш всех вместе. Выпад-то какой нехороший получился. Вроде флеху откинули, не зафлешали, остались того вдвоем. Хотя так и темку себе нашел. Немножко поинтереснее было бы, если бы не эти два фрага, которые закрыли. Опять-таки этот раунд.
И наконец оружейка. Вот теперь будем смотреть уже на стрельбу Тайлу как раз. Точнее, еще одна оружейка, да. Как раз спецкригов. Куда они сейчас решатся выйти? Потому что пока что ни А-плент, ни Б-плент как-то не прощупываются. Ну, как-то да, не хватает боевой мощи. Не хватало команде Тайлу. Но сейчас появляется еще и Ави против них. Дестройер сегодня явно не в самой лучшей своей форме. Потому что в прошлых матчах, которые наблюдал от команды Ихом, Дестройер там просто рвал металл. Не дестроит. Да, что-то как-то пока такой лайтовенький Дестройер. У нас три игрока на коннекторе у команды Ихом сейчас могут быть. И на базу Б путь закрыт для Тайлу. Вероятнее всего. Но они особо туда не идут. Просто разворачиваются и такие, ну их в пень-колоду, пойдем на плен, там вроде поспокойнее. И можно повоевать. Но Somebody подкрывает одного забирает. Дальше размен от Минга. Приходит еще и Дэн Кинг. Это все-таки большинство для команды Ехом на начало этого раунда. Хотя подбитый Дэн Кинг тоже тут может долго не жить. Своим 15 Только хп. Что был, знаешь, этот лютый флешбэк по нижнему парапету. Потому что Тайлу в какой-то из моментов также стали вдвоем, как бы вроде на размене. Но у Тайлу тогда ничего не вышло. То есть Тайлу туда вдвоем погибли, пропустили все, что было можно. В этот же раз там... Ехомы чуть-чуть пошалили, но вот наглости Фримена все еще не ждали на Айве. И теперь уже Тайлута втроем против двоих, и то там второй тоже сомнительный, 15% здоровья всего у него остается. И вот он пресловутый Аплент, который он так любит. Unlucky, unlucky, где патроны? Патроны не положили, не доложили, последний не помню. Его называют, забирает с ноу-скопа. Замечательно, красиво. Нет, правда, отличный момент. Так, собраться, отыграть, не запаниковать. Поздравляем Ехом с 12-м. Действительно. Как это сейчас было жестко. Притом 3 в 2, но эта позиция на вагоне, на пленте, точнее, была совершенно необязательна. При этом пуш нужно было играть крайне аккуратно Тайлу. Но они пошли во все тяжкие. Но хватает денег на бай обеим командам. Видим, что Тайлу не отпускают возможность камбэкнуть на трейне. И вернуть все в свои ручки. Но сейчас вполне возможно раунд за 2. Для каждой из команд, если Тайлу ставят бомбу, то у них есть шанс еще раз закупиться. Если не ставят бомбу, то пистолеты. И, возможно, 14 для команды Ехом. Ну, а тут может быть вариант того, что Тайлу могут себе еще и девяточку забрать. Или даже десяточку, потому что если забирают восьмой, без сейва для команды Ехом, бай на 1400 и как бы десятый здравствуйте. Ну, там все просчитывается действительно уже в нормальную такую экономику. Да, полетели молотовы. Интересно, получится ли у Тайлу проходить тимолики? Никто не сжег, потому что у Ехом, по крайней мере, не получалось. Минга при этом там на тормозах тоже уже верят со снайперской винтовкой. 3 набора сапера. Команда Ехома, в принципе, даже несмотря на поставленную бомбу, можно ретейкнуть без каких-либо проблем, учитывая, что атакер просто прыгает вот прямо в лапки, говорит: «Здравствуйте, ребята, я тут вам пришел личиком посветить, застрелите меня, пожалуйста». В общем-то, как словом, так делом. А тут смотри, этот 3 минуса уже летает от команды Тайлу, тут еще и топит очень жестко. Somebody, Summer, Somebody вдвоем, снайперская винтовка. В этот раз не сработала для Дестройера, и 3 в 5 команда Тайлу, потеряв только одного бойца после этих пристрелок, забирает себе раунд. Как же там сейчас Ехом мне повезло вообще абсолютно полностью. Ну вот те самые деньги, которых нет для Ехом, должны форсить, должны. Ну типа засейвит экономику, окей, будет у вас там по 3500, 3400, что вы на них купите? Ничего. Ну такой даже полубай вроде как. Странный момент случился, негодовательный, это негодующий. Какой? Да вот, как бы все нормально начиналось, а потом там... А, спрей. Ты про это же, я думал, что еще там случилось. Не-не-не, сейчас-то все нормально. А что случилось? У Ехомов 5 диглов, 1 смоук, все. И даже, кстати говоря, не стак, он выпады тоже идут на зелень, 3 на 1 под Б. Все стандартно, все как обычно, даже видно, ребята в одном и том же месте не стоят. Так что тут уже вряд ли что-то получится защитить. Себя бы защитить, не то что плент. Не бейте, пожалуйста. Да-да-да. Надо вообще все легко получается. Погиб только один Бентет. И на этом диглы команды Ехом закончились. Еще и бомбу успели воткнуть, заработать себе плюс $300. Ну и 2 очка для статистики. Почему нет? Ну а что придумать сейчас Ехом? Возможно, опять какие-то диглы, хотя хватит далеко не всем. Минг будет копить на снайперскую винтовку, но, как мы видим, остальные игроки команды Ехом будут просто идти в раскидку. Дигл только для одного Минга, под 250-е. На очень популярные пистолеты в Китае. По большей части. Ну и залетает они весьма неплохо. Берут. Не, ну просто они залетают здесь как-то очень часто.
То есть могут даже пожертвовать какой-то раскидкой или даже девайсом, купить себе по 250 и потом бегать с фумпом, например. Или чисто М-ка первый армор. Но по 250 это прям must have. Ну как бы аимеры. Аимеры, здравствуйте. Что там урон действительно много влетает. Ага, а слове чекать нам не нужно. Действительно, вот он калаш, держи, держи, стреляй, правда там перестрелять не получается. И вот. В общем-то, если бы смог с калаша отработать, наверное, там было бы все полегче, получше, и можно было выбить еще несколько девайсов. Минг-бинго. Опять эта парочка вдвоем была. Да. До времени. И Destroyer последний. Тоже уже застрелял Фриман. Это квадрокилл для игрока команды Тайлу 10-12. И уже очень близкое. Подходит Тайлу. Команде EHOME. Один взятый раунд. И, возможно, паритет по раундам на трейне. И пока что атака немножечко стабилизировалась. Отдали 4, взяли 3 подряд. Сейчас игроки команды Тайлу. Но нужно брать еще раунды. Мы не видим дефьюз китов для команды EHOME сейчас. Хороший плотный бай для команды Тайлу. Еще экономика есть в случае, если вдруг проиграют раунд против EHOME. Но фактически какие-то вот стартовые фраги Тайлу не делают. Они обычно остаются где-то в меньшинстве, либо заходят на тот же самый планет 5 в 5 или 4 в 4. И там уже от ретейка, как мы видели, тот девайс раунд, единственный, который у них получился, был именно 3 в 5. Под флешку запускают игрока в коннектор, прочекали, хаешечка в ответ от Бинга, но демеджа она не нашла совершенно нисколько. Два опорника на базе Б. От EHOME все дефолтно. А где у нас гуляет игрок защиты? Неужели там уже по мейну шастает? По-моему, да. Да, он уже в мейне. Но тут дело в том, что EHOME нельзя пускать никого на плент. Ну, то есть им надо отстрелить всех до установки бомбы. С установкой бомбы там уже будет все намного сложнее. Опять же, всего отсутствия китов. Ребята решили взять себе девайсы, ресурсы, все дело, но не киты. И в этом-то самая большая сложность. То есть надо просто сейчас всех застрелить. На моменте еще и подхода. Тут такая флешка залетает. Бинго, все. Бинго кончился. У меня еще два опорника, к счастью, для ехомов. Опять 4 в 4. Атакер, кстати, очень красный. Кто не мешает Саммеру, например, забрать Минго. Ой-ой-ой, тут Саммер сейчас выживает. Каким-то чудом еще и забил Слоувли, у которого не пошло по стрельбе, но там, конечно, отреагировал игрок атаки. У нас Дэн Кинг со снайперской винтовкой, второго вряд ли ждет за красным. И остается один в два. При том, что, опять же, китов нет. Сейчас, возможно, найдет еще одного бойца. Вот теперь уже можно попробовать в ретейк. Снайперская винтовка на снайперскую винтовку. Но позицию Саммера, кстати, может узнать. И бомба стоит не под Саммера сейчас совершенно. Нужно просто играть на время. 10 секунд. Он хочет выбить снайперскую винтовку. Понимает, что времени нет совершенно. Он убьет игрока атаки, но забрать раунд не получится, будь дефис киты, было бы все гораздо проще. Но зачем их покупать, когда ты на девайсных раундах на защите, у тебя плотный счет? Зачем? Какой-то бред вообще. Очень обидно получилось. Вот нереально обидно. Вот он эйс, АВП, всех забрал, кого только можно. А китов все, а китов нет. Рискнули, называется, ребята. И денег сейчас тоже нет, и это потенциально 12-й уже для, в общем-то, драконов. А.К.А. Тайлу. И там уже все, Тайлу похоронили, казалось бы, 12, сколько там, 12-7 у них было, ГГВП, до свидания, ТМ, нифига подобного. Нифига подобного, раскачались Тайлу, начали атаковать, все у них вполне хорошо складывается, ну, по крайней мере, пока что, до какой-нибудь паузы. Которая случается крайне редко, поэтому, возможно, не будет тут паузы. Тут ты прав, да. Но технических было пауз больше, чем тактических, честно говоря, поэтому вероятнее всего будет здесь как раз самая пауза, которая минута на две будет, но это не точно совершенно. Чуть не взорвали Слоули, взорвали Слоули. Тут переобувочно максимально быстро просто взорвали, не взорвали, все-таки взорвали, нормально. Тут у нас уже, да, Easy TB, как считалось, китайская мафия. Ну да, тут можно предположить, что вроде Тайлу играли на ТБ, сейчас все заберут свои руки, набивали коэффициентик там. Но уже два минуса есть от команды Тайлу. Марик находит фраг на атакера, видит еще одного бойца, но бентаты преследовать уже не получается. Бинго последний, Бинго с по 250-м, ему бы засейвить какой-то девайс и просто убежать на сейф. Но мы же знаем эти китайские команды, которые какой сейф, о чем вы? 1 в 4, да пожалуйста, я выйду с авиком без дефьюз китов и армора и буду убивать людей, но нет. До конца гейминг. Так-то. Это целое, не знаю, направление. Это целая страта до конца гейминг. Ну, здесь, правда, ничего сделать абсолютно не получилось. EHOME делают то же самое, что делали Тайлу. Берут две снайперских винтовки, Минг и Марик. Кстати, вот, наверное, одну снайперку я бы все-таки с Марика отдала Слове.
То есть свич на этих девайсах. Марик отлично застреливает Сэмки. Слови тогда показал, что он может с АВП. Почему бы и нет? Но опять же, это решение капитана, решение тренера и все. Но, скорее всего, от позиции зависит. Ну, от позиции тоже, да. Безусловно. Какой тут врыв от атакера, вообще, смотри, наглый, бодрый. Очень похожий на ихомовский, когда они будут вот за атаку. А я помню, что я говорил, что Тайлу будет то же самое делать? Абсолютно то же самое делать. Просто прям зеркало-зеркалом. Получается, что вот они все эти перестрелки. И тоже Тайлу абсолютно бесцеремонно раскидывают какие-то флешки. Гранаты там минимальные. И играют от этого. Тоже по апленту точно так же. Ну, 3 в 2 и, конечно же, выход на ретейк от команды Ехом будут пробовать, но отлетает голова. Дэн Кинга остается последний минк, но вот тут уже точно сейф. Потому что фул набор гранат, дефьюз киты, снайперская винтовка, армор, правда, первый, но как бы выбирать не приходится здесь. Искать, пойдут ли, возможно, для Тайлу это хороший вариант, деньги у них имеются, поэтому нужно пытаться идти. Этот авик находить для себя, сейчас, возможно, отъедет Фриман. А там промах от Минга, все, Мингу капец. Сейчас его зажмут в бутерброд и... блин. Бенте. Это обида. А подожди-ка, он двоих отстрелил. Все нормально. А третий не успеет. Третий просто не добежит. На тоненького он этого АВП-то унес. Ну, как бы да, там Бентет уже, раскручивая бабочку, мне кажется, хотел уметнуть в снайпера команды Ехоум, но в игре такого нельзя, возможно, пока что. Где-то теоретически это может произойти, потому что на том же самом, как этот режим называется, типа как PUBG, только в кейсе. Батл Рояль? Во, ну, типа вот этот, да, режим, да, там же это ввели какие-то гаечные ключи, хилки, реаниматорные всякие эти лопаты. Хрен победишь их вообще. Господи, нет лопат, ну ладно. Не важно. Да это пока. Я не буду говорить о том, это что пока. Я играю в это. Да. Ага. У нас уже первый фраг от Минга. 4-5 для атаки сейчас. Тайлу потеряли Фримена. И, кстати, такой бай тоже может быть довольно опасен для команды Тайлу. Укрепление базы Б от Ехом. Если направить сюда, будет очень печально для Тайлу. Все-таки чешка Дигл. И где-то там далеко у нас кто? Марик тусуется? Марик. Нет, это Минг. Нет. Это Минг с авиком. Но вроде так и разворачивается под аплен. Будут сплитом заходить на базу А. Сейчас нужно все внимательно, аккуратно прочекать, потому что отпустили все. Ну и там Макс Эван в мейне. Если пройдут его, то практически с фри аплен, там свободная касса, и можно заходить. Но вот он. Проходите, развивайтесь. Ну, елки, не, не повезло. Повезло. Не пошло в голову сразу, там только вот в плечико задел. Ну, мог. Мог действительно вырулить ситуацию как-то. Но, опять же, дело случая. Вот не пошло. Не пошло. Ехом нужно, кстати, срочно стягиваться, наверное, сейчас. Так как двое уже в дроп-руме. И одна чешка. В общем-то, на Марике тут вряд ли справится. Ну, его нужно еще зачекать и попробовать убить. Вот он Марик, вот он атакер. Присылает хедшот, добивает атакера. Есть калашников, есть снайперская винтовка, есть дефьюз киты. Что немаловажно, Саммер ждет, промахивается. Обидно. Сейчас Саммер, какой обидный промах, действительно. Но он вряд ли выпустит игрока. Сам будет тут еще с другой стороны. На шарте погибает Слоуви. И теперь просто раскручивается дальше. Марик реализует свой калашников. Выходит на перестрелку Бинга. 2 в 2, погибает еще и Марик. Но остается лишь один Минг. Он же дестройер с дефьюз китами, но что-то кажется мне, что с авиком ретейк не самая лучшая идея. Он еще и погибает, спрыгнув с вагона. Команда Тайлу забирали себе какой там уже раунд подряд. 7-й. Ну-ка, там показывается, да, тут показывается. Тут все хорошо. Все хорошо. Тут как бы вот то самое, у Бендета все хорошо, 27 на 18. Все замечательно. И камбэк со счетом 7-12. Да? Mm-hmm. Ни одного раунда с этого момента не отдали. Ни пистолетом, ни фулл оружейным, ничему. Но опять же, у Ехомов здесь и стрельба что-то куда-то делась, опять же, по сравнению с Т-сайдом. И также расстановка сил тоже в какой-то мере хромает. Вот как ни крути. Их очень легко проходит. Максимально легко, Слоули погибает. И размен Минг, ну как же сейчас дестройер там мажет, и снайперская винтовка прострел по Саммеру, казалось, что сейчас прилетит. По экстрою не было видно, за смоком он находится игрок или нет. Да. И очень сильно хотят себе 15-й Тайлу, погибает на зеленке Марик. Это 3 в 5 для команды Ехом с двумя авиками, Фриман идет дальше, на линеечках есть у нас игрок защиты, это снайперская винтовка, Минг отваливается, возможно погибнет сейчас еще и там Бинго у нас гуляет, и это 15 для команды Тайлу, и у нас остается команда Ехом без денег, нужно идти сейвить, пацаны, сейвить. Надо. Да надо-то надо.
как бы там уже 15-й, да, там есть целых 3 матч-поинта, даже уже не мап-поинта, а матч. Потому что первую карту Тайлу тоже выиграли. Выиграли ее, кстати, без особых проблем. И как-то во второй половине не раскачались. Что там, что здесь. Вторая половина у Тайлу просто отличная. Ну, по крайней мере, в этом быстро 3 противостояния. Как уж будет там дальше, посмотрим. Ну и Хоум действительно ничего не смогли таки пока что показать. Ни на первой карте, ни на второй. Вот что-то совсем не идет за защиту. Оказалось бы, защита. Она такая вот вся сильная, вся там... размалеванная, но не так страшен черт, как говорится. Как его чертиха. Да? Вот это поворот. Внезапно, да, исход? Пожалуй, запомню, да. Хорошо. 3 матч и мап-поинта для команды Тайлу сейчас. Закупаются ехом на все, что есть. Есть немного. 2 фармилки, ФАМАС, МК, снайперскую ментов, которую засейвили. Притом она без армора еще. Потому что дроп давал Денкинг, одному из своих тиммейтов, закупался на 3400. Но вот армор здесь, возможно, и никак не поможет вообще, потому что просто врываются, дают по лицам, и все это началось, опять же, с раунда 3 в 5 для команды Тайлу на первом, на втором девайсе, и даже на первом, потому что там форсы были, вся вот эта движуха. И вот сейчас, возможно, уже действительно окончание того детрейна. Даже сейчас Тайлу проигрывают этот раунд, деньги не все равно будут на еще одну попытку. Сам замечает игрока защиты. На фармилку сейчас, возможно, здесь выкурят, погибает Slowly. И выходы у нас под снайперскую винтовку Дэн Кинга. Фраг еще и от атакера. Коленку чуть не получает снайпер коллектива E-Home. Один из снайперов. Ладно, Минк тоже погибает, да. Скорее всего, это 16-12, команда Тайлу просто действительно вела себе коэффициентик. Есть ощущение, что здесь все. Вот, вот прям все вообще совсем. Кто это последний? Покинг был. Да, в принципе-то и не важно. 16-12, Тайлу забирают пик еще и оппоненты без каких-либо тоже проблем. Ну, по крайней мере, ладно, они вначале были, потом они закончились. Отличный камбэк. Молодцы, Тайлу. Проходят дальше.